День народного единства – один из самых молодых государственных праздников России. 4 ноября в регионе, как и во всей стране, пройдут десятки массовых гуляний, участие в которых, по предварительной оценке, примут больше 30 тысяч человек. Чтобы обеспечить общественный порядок на демонстрациях и концертах, будут дежурить 200 сотрудников органов внутренних дел и 30 Росгвардии. Эти и другие вопросы обеспечения безопасности обсудили участники региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Меры все будут проведены в полном объеме, как и запланировано было до заседания антитеррористической комиссии. Притом проводить мы их будем не только 4 ноября, они будут реализовываться в период со 2 по 10 ноября. Второй момент, естественно, что при проведении массовых мероприятий будем ставить и рамки стационарных металлодетекторов, будем усиливать присутствие сотрудников правоохранительных органов в местах проведения таких мероприятий. Большое внимание уделят потенциальным объектам террористических посягательств. Так участники комиссии называют социальные учреждения – школы, университеты, колледжи и больницы. Нам нужно уделить большое внимание не только программам воспитания человека, школьников, студентов, но и вопросам защищенности территории, объектов, образовательных учреждений. И одновременно, конечно, мы должны посмотреть на умение действовать в таких вот сложных обстоятельствах того персонала, который у нас отвечает за эти вопросы. На время праздника правоохранительные структуры и сотрудники Главного управления МЧС России перейдут в режим повышенной готовности. Кроме этого, охранять общественный порядок будут добровольные дружины. Однако и гражданам нужно быть бдительными. Обращать внимание на неадекватное поведение людей в толпе, оставленные без присмотра свертки и сумки. А при возникновении чрезвычайной ситуации звонить в компетентные органы. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.